Привет-привет, всем привет! Запускаем сегодня наш онлайн-велнес-клуб, где все любители здорового образа жизни присоединяются к нам сегодня. Я очень рада вас видеть. Давайте с вами будем знакомиться. Меня зовут Ольга. Уже выпила, наливай еще. Кстати, я вам сегодня расскажу о том, что, оказывается, коктейль-велнес нужно употреблять каждые 3 часа, да? Ну, там, смотрите, распределяйте норму на целый день. Меня зовут Ольга, а я онлайн-предприниматель, мамочка 3 сыновей, воспитываю спортсменов. Сами понимаете, мальчики, им нужна физическая подготовка в любом плане, без этого никак. Ну и сама, конечно же, я веду здоровый образ жизни, потому что родители – это один из главных, да, примеров наших детей, потому что дети, они просто все буквально дублицируют. Ты шоколадный. Хорошо. Ребят, в нашем wellness-клубе что мы будем с вами делать? Да? Сразу отвечу на эти вопросы. Будем рассказывать истории друг друга, wellness-истории свои истории, как вам помог wellness, да? Что у вас изменилось. Поэтому вот сейчас, кто только начинает знакомство с wellness, с этой категорией, то, пожалуйста, для себя обязательно отметьте, какие проблемы со здоровьем у вас сейчас есть. Хорошо? Договорились? И в процессе знакомства, употребления вообще wellness вы будете уже смотреть, как меняется, ну, вообще изменяется ли ваше физическое состояние, состояние вашего здоровья. Будем рассказывать, значит, wellness-история. Будем рассказывать об одном из продуктов wellness более конкретно, да. Обсуждение результатов, у кого что, какие изменения. И практические занятия. Плюс новости о здоровом образе жизни и мероприятия. Вот таким образом будет проходить у нас с вами wellness-клуб. Договорились? Все согласны? Об изменениях каких-то, что вы хотите рассматривать в wellness-клубе, конечно же, все это учитывается, обязательно проговаривайте об этом в нашем продуктовом чате. Там будет вся коммуникация. Ну и сейчас я начну со своей личной истории, мое знакомство с wellness, как оно нам помогает. Вообще спорт в нашей жизни, он занимает, ну я думаю, что и у каждого из вас занимает не последнее место, а одно из самых главных, особенно в воспитании детей, да, потому что спорт – это здоровье. Каждая мамочка хочет, чтобы его ребенок развивался гармонично, был здоровым в первую очередь, так ведь? Поэтому сразу, вот сразу действительно задумываешься, когда ребенок появляется на свет, задумываешься, как сделать так, чтобы он был всегда здоровым, никогда не болел, и, конечно же, физически был подготовлен и развит. С 10 месяцев мои дети ходят в бассейн. Сейчас, правда, периодически пропускаем, да, но до этого постоянно ходили в бассейн. Вот средний у меня ребенок на средней фотографии, Кирилл, ходит в детский сад с бассейном, и там они, у них есть плавание, у них прям есть занятия, да, по плаванию. То есть вода, бассейн, спортивные занятия в воде. Это у нас есть такое. У Никиты тоже было. Никита ходил в бассейн сначала, когда маленький был. Так, просто поплавать закаляли мы его так. А потом с 3 лет он стал ходить с тренером заниматься плавать. А затем, ну, подводное плавание у него было. Затем, когда он пошел в школу, мы немного сократили занятия, потому что у него слишком пошла нагрузка, у него внутричерепное давление. Одна из проблем, которую мы решаем с помощью wellness, это как раз-таки внутричерепное давление, которое
было изначально, когда он был еще маленький, а затем, когда он пошел в школу, у него ну, просто усилилось вот эти вот симптомы, да, у него головная боль резкая с рвотой, но очень мучается ребенок вот такие вот периоды. Приходится давать ему лекарства, которые, если честно, не для детей даже, потому что для детей таких лекарств нет, это лекарства для взрослых, но единственное, что мы там уменьшали дозу, да, этого лекарства. Вот, сейчас могу сказать, что с применением Wellness, астаксантин в основном, и мультивитамины, плюс омега-3, вот такие периоды, когда у него начинается внутричерепное давление, головная боль, намного сократились. Если раньше мы часто пропускали даже школу, да, приходилось отпрашивать его, говорить, что он сегодня не может, он не придет, стали там корректировать его занятия спортом, потому что сильно ребенок стал напрягаться. В итоге у него осталось только одно занятие тэквондо, и все остальные это ну, в школе там физкультура, этого в принципе достаточно. Вот, средний ребенок у нас занимается плаванием и тоже начал сейчас заниматься тэквондо для физической подготовки. Ну, старший ребенок у меня уже занимает даже призовые места, третье место по городу по тэквондо занял в этом году. Мне, как мамочке, очень приятно, что у него вот такие вот результаты спортивной подготовки. Хотя мы занимаемся не для этого, а для того, чтобы, ну, просто спорт был в его жизни, чтобы он знал, что это такое, да, чтобы... Да, вообще, я как мамочка горжусь, конечно, результатами своего сына, но говорю, моя, наша цель вообще с мужем была просто его физически подготовить, чтобы он был и здоровым, и сильным, и мог постоять за себя в любой ситуации, как любой мужчина, так ведь? Вот, поэтому, конечно же, ребят, мы это все доносим не просто так, да, словами, но еще и личным примером. Мы очень любим покататься на велосипедах и делаем это все вместе с детьми, и не просто там, ну, иди сходи, велосипед возьми. Обязательно показываем пример. Если хотим привить детям любовь к походу на лыжах, то, конечно же, у родителей тоже есть лыжи. Если хотим научить детей кататься на коньках, значит, у нас тоже есть коньки. То есть пример наш, с нашей стороны, и поддержка наших детей, знакомство со спортом является основой для того, чтобы они познакомились с этим спортом, чтобы со спортом вообще, да, чтобы полюбили заниматься спортом, потому что если не будет спорта, то значит ребенок всегда найдет себе какое-то другое занятие, как себя занять. И здесь стоит выбор. Чем лучше заниматься спортом или все-таки тем, чем он там захочет и чем ему удобнее заниматься. Поэтому, конечно же, мы, как родители, как их наставники, мы прекрасно знаем, к чему приведет, если они будут вкладывать свое время в физическое развитие. В наше время, ребят, люди, конечно же, обленились. Сейчас все на полуавтомате, да, сейчас очень просто добывать себе еду, позвонив по телефону и сделав заказ, тебе могут это все домой привезти. Чтобы доехать на работу, достаточно сесть в автомобиль. То есть мы перестали двигаться практически, ну, практически перестали двигаться, согласитесь. А нас природа с вами создала для движения. И если у нас не будет этого движения, то тогда, ну, нам мышцы, ну, просто природа, она на всем экономит. Если не нужно будет, если мы не будем двигаться, то значит наш организм поймет, что нам этого и не надо, и в итоге наши мышцы будут дряблыми. Если мы не будем что-то делать, то тогда наши кости превратятся в косточки и будут тоже слабыми, ребят. Отсюда появляется очень много болезней, мы начинаем там толстеть, да, у нас вот все это превращается в жировые отложения, поэтому,
конечно же, и самим нужно спортом заниматься, но и прививать это дело нашим с вами детям, чтобы они росли здоровыми, здоровую нацию выращивая. Любители, конечно же, мы пить wellness не только родители, но и дети, смотря на нас, тоже пьют коктейль. Вот у меня Кирилл вообще, это Егор, я сама путаюсь иногда, поэтому это нормально. Егор, третий ребенок, он wellness-овский ребенок, я его называю, потому что он любит супчики, он любит коктейль. Вообще обожает, и он заменил грудное вскармливание, да, вот когда я отлучила его от груди, он перешел сразу на коктейль. И все нужные микроэлементы, которые нужны ему, он как раз брал и до сих пор берет из коктейля Wellness Naturals Balance, ребят. Каждое утро, вот даже сегодня, он всегда просыпается, у него уже есть определенный ритуал, просыпается, идет мыть лицо, идет там утренний туалет, да, и сразу год и 7 месяцев получается, когда вот мы отлучились от груди, сразу он перешел на wellness, то есть он заменил его, да, то есть я ему не стала грудь давать, я ему говорю, давай я тебе коктейль налью, но он не отказывался, говорит, да. Все, я ему наливала, и он до сих пор его пьет каждое утро. Можно, потому что коктейль, он является натуральным продуктом, ребят. Там никакой химии нет. Вот так же, как вы, например, яблоко, да, даете же детям, то же самое и коктейль. Вы же не говорите, ой, яблоко ему нельзя сейчас. С любого возраста. Я когда он пил, когда он грудью питался, он получал коктейль из моего грудного молока. Ну, вот все вот эти микроэлементы, ребят. А когда он перестал грудь уже сосать, да, у нас грудное вскармливание уже закончилось, он сразу перешел на коктейль. С молоком, да. Ребят, по закону, вообще, в нашей Российской Федерации коктейль можно... на коктейле написано, что с 14 лет можно давать. По закону. Раньше нельзя. Если бы такого, ну, у нас компания Oriflame просто законы Российской Федерации соблюдает, поэтому так и пишет. Но на самом деле его можно давать сразу, потому что это натуральный продукт. Никакой химии там нет, ребят. Я вот его действительно доверяю, но я вам еще покажу на качественные знаки качества, ладно, у коктейля. Так, ну пьем. Пьем коктейль, физически зато развивается. Коктейль – это белок и углеводы. Вам потом об этом тоже расскажу. Смотрите, еще одна история. Это мой ребенок Кирилл. Вот он у меня постоянно пьет омегу-3 и витамины, мультивитамины. Я хочу о нем сегодня рассказать. О нем сегодня хочу как раз вам рассказать и поделиться с его историей, да. Раньше мы, Кирилл был часто болеющий ребенок. Наверное, многим мамочкам знакомо, когда, я часто слышу просто такие разговоры, когда 2 дня отведешь ребенка, подцепил что-то там и пришел 2 недели дома сидеть. Потом только отвел здорового ребенка в детский садик, опять что-то подцепил и опять 2 недели дома сидеть. То ли он ходит в детский сад, то ли он не ходит в детский сад. То есть постоянно получается дома, да, в период адаптации. Вот у меня Кирилл был часто болеющим ребенком, у нас практически не было в детском садике в первое время. Ну, вообще, когда он не пил wellness, не пил омегу-3 и мультивитамины. И постоянно еще приносил все бактерии домой, у меня был здесь новорожденный ребенок, и получается, они болели вдвоем, да, я уже там устала их лечить, мне даже мамочка, знакомая девушка, которая работает в поликлинике, она говорит, ты сюда уже как на работу ходишь, я говорю, не говорю, у меня такая работа, наверное, мы не могли своему малышу не могла сделать там прививки необходимые, которые нужно делать по плану до года, да, потому что он постоянно у меня болел. Ну, приносил Кирилл с детского сада,
что же делать, я такая, короче, вся уже замученная, и тут я как раз стала сотрудничать с компанией Oriflame. Там мамочки рассказывали, что есть серия wellness и так далее, но я же еще тоже сомневающаяся мамочка была, как я буду давать своему ребенку что-то такое незнакомое, да, омегу, там, мультивитамины косметической компании, можно ли вообще доверять, может лучше послушать врачей и покупать то, что они прописывают в аптеках. Вот такие вопросы возникали у меня, ребят, первое время такие вопросы были. Затем в процессе знакомства с продуктом компании и в процессе общения вообще с другими мамочками, которые говорят, а у меня, говорит, ребенок постоянно входит в садик. Я такая сразу раз, читаю что-то, как это у них, сразу, ну, постоянно ходит в детский сад. Вот я, говорит, порекомендовала ей соседке своей, она у меня спросила, говорит, вы часто, говорит, ходите в детский садик, почему так? Она говорит, так мы, говорит, не болеем. А почему вы не болеете, мы все дети вроде болеют. Ну, говорит, потому что мы, говорит, пьем омегу и мультивитамины. Это позволяет нам поднять иммунитет, и все, ребенок хорошо развивается. Я, говорит, довольна. Я такая, короче, думаю, ладно, посмотрю, поизучаю. Поизучала. Педиатры советуют даже, да. Педиатры советуют пить омегу-3 и мультивитамины, которые нужны организму ребенка. Ребят, у нас также еще, я уже договорю по этому слайду, Кирилл аллергенный ребенок, то есть ему там нельзя определенные, ну, в еде, да, в пище что-то давать, слишком много сладкого давать, апельсины и так далее тоже нельзя, потому что у него это все выливалось в пятнышки. И одно время, когда он вообще тоже что-то у меня заболел, у него пошла такая, ну, немного реакция, но она была незаметна, ну, вроде бы так, что-то какие-то там пятнышки незаметные были. И вот снижение иммунитета, да, у него, и вот болезнь, короче, он болеет. Нам прописали антибиотики пить. Мы стали тут пить, и у него, знаете, такой отек, короче, квинки пошел. Пошел, короче, отек квинки. Мы такие в шоке, прибегаем. Омегу с 2 лет. Прибегаем к аллергологу. Я уже знала, потому что у меня у старшего был отек квинки как-то. Но у него был на определенные компоненты, на мед. Я ему до сих пор мед не даю. У него, мы просто мед убрали из его жизни вообще. Он его не пьет. И у него нормально, больше аллергия не проявляется. А вот у Кирилла, у него вот непонятно на что, да? То есть, как мне объяснил аллерголог, что у него накапливается аллерген во время, ну, вообще, пока он там живет, что-то кушает, потребляет, у него это все накапливается. И потом он вот так вот бух и выливается, да, вот в отек квинки. То есть ему постоянно нельзя определенные элементы, что ли, да, в пище, как назвать это правильно. То есть нельзя там сладкое, слишком соленое. Ну, постоянная диета должна быть, чтобы у него этот аллерген не накапливался. И вот, говорит, когда он накопился у вас, он, говорит, вылился в отек. Но еще плюс вы добавили здесь этим сладким антибиотиком. Лучше, говорит, когда вот вам будут антибиотик прописывать, пусть прописывают другой антибиотик, который не будет сладким. Да, тоже такая же. Ну вот, еще и очень сильный аллерген, антибиотик. Ну вот, ребят, поэтому... Нас увезли, ну, аллерголог сразу вызвала скорую, уезжайте, говорит, на скорой, мы поехали, нам поставили, нас не положили, я тогда беременная была, она говорит, мы вас не будем ложить, вы, говорит, сюда лучше на уколы к нам приходите, мы, говорит, вам будем уколы ставить. Ага, ну и вот, ребят, мы проделали уколы, у него, конечно, все это ушло, мы сидели на строжайшей диете. А больше я прям не хочу, чтобы кто-то об этом узнал, да, познал такое, как мы тогда мучились.
Это все нужно без соли, без сахара кушать, несколько раз проваривать на нескольких бульонах. Еще нужно знать список, что можно, что нельзя. Плюс очищение ребенка, вот его организма. Энтеросгель вроде бы называется, мы пили. Плюс от аллергии капельки там уже пили, принимали. И вот это мы, конечно, прочистили все это дело, но опять нужно следить за питанием ребенка, чтобы у него опять этот аллерген не накапливался, да, и опять не выливался опять в этот отек. Ну и плюс у моего ребенка аденоиды. Из-за частого насморка, частых болезней у него здесь воспаление, да, и он плохо дышал раньше. Даже воспитательница в школе, воспитательница в детском саде говорила, у вас ребенок вообще не дышит, мне, говорит, его жалко. У нас, говорит, такая же ситуация была там у какой-то девочки, ну, тоже в группе. Родители вырезали аденоиды, и сейчас девочка хорошо дышит, вырежете тоже. Ну, сходите к врачу, пусть вам посмотрит. Сходили к врачу, вырезать не стали. Я вообще не сторонник вырезать то, что природа создала, значит, для чего-то она это создала, не просто так. Ну и, соответственно, мы просто подняли иммунитет, да, подняли иммунитет, чтобы не было насморка. И нам в этом как раз помогла омега-3, вот, о которой я вам сейчас как раз-таки рассказываю, ребят. Потому что омега-3, я раньше вообще думала, ну ладно, понятно, витамины нужно пить, но зачем омега-3, наверное, это, ну, зачем, ну, никто не советует, никто не рекомендует, да, ее. А они не рассказывают, наши педиатры, о том, что ее вообще нужно принимать. Я узнала об омеге здесь, и когда мы приходили постоянно в поликлинику, и у нас вот этот остаточный кашель постоянно был, от которого мы не могли избавиться, да, вот эти аденоиды, которые были воспалены из-за этого насморка, и он не мог дышать, мне медсестра просто сказала, давайте ребенку рыбий жир быстрее вычистит у вас все, что в легких накопилось. Я говорю, что серьезно? Она говорит, да, говорит, омега, ну, она говорила про рыбий жир, да, то есть не про вообще, не про омегу-3 компании Oriflame Wellness, а именно вообще про рыбий жир, что раньше вот как раз именно так вылечивали, ну и давали специально рыбий жир для того, чтобы не было вот этих вот остаточного кашля и, ну, лечили бронхи у детей. И вообще это полезно для развития детей. Я говорю, ладно, здорово. А как раз я уже сотрудничала с компанией и знала о том, что здесь есть омега-3. Тем более, это 5-ступенчатая очистка, ребят. Есть все знаки, качества, рекомендовано РАН и так далее. Тоже омега помогла, вот, Надежде. Угу. Тоже будешь рассказывать свою историю. Итак, омега-3, ребят, повышает иммунную систему, физическое состояние и здоровье наших детей, зрение, мозг и нервную систему. Это очень важно. Если бы я раньше знала об этом продукте, то многих бы проблем со старшим ребенком я бы избежала. Так же, как вот нервная система, да, у него постоянно бывают какие-то непонятные истерики или еще что-то. Вот сейчас старший ребенок у меня пьет тоже омегу, и я вижу, что период, когда он омегу пьет, ребят, он информацию быстрее впитывает, и у него в школе идут дела намного лучше. То есть ему даже дома не обязательно учебник открывать, а он еще вредный такой прям, его дома не заставишь учиться. А в школе, вот чтобы никто не видел, он, значит, сделает уроки, и потом говорит, я сегодня по английскому там 5 получил. Я говорю, да ладно, ты что, говорю, готовился? Он говорит, да, я говорю, где? Он говорит, ну, в школе готовился. Я говорю, нам специально не сказал, он говорит, да, специально вот так вот не говорит, ребят. Но для того, чтобы он даже в школе подготовился, ему нужно то, чтобы его мозг постоянно воспринимал, да, информацию, чтобы он что-то запоминал. И вот как раз омега-3, она способствует тому, чтобы развивалась память, зрение. У нас, кстати, тоже проблемы со зрением, это уже бывает у многих учеников, но и плюс у нас с рождения врожденный птоз у старшего ребенка, поэтому за зрением мы постоянно смотрим, и для нас потребление омеги является одним из важных, да, из важных элементов для того, чтобы у него зрение не снижалось.
И когда их проверяют обязательно в школе, каждый год проверяют их зрение, он говорит: мам, а у меня хорошее зрение. Я говорю: здорово, дай 5. Отлично, я очень рада. Я знаю, что хорошее зрение – это не просто там, да, оно от рождения хорошее, а из-за того, что мы все равно делаем что-то, по крайней мере, даем ему омегу, чтобы у него зрение было в нормальном, хорошем состоянии. Ну, вообще, детская омега является более концентрированной, Ирин, это ответ на твой вопрос, более концентрированная. То есть, даже если для взрослых, у взрослого какие-то проблемы, да, и вот не хватает как раз омеги-3, то лучше рекомендуется даже взрослому человеку... Сейчас, минуточку, ладно, ребят? Я перезвоню, пока занята. Поэтому даже взрослому человеку в период каких-то таких заболеваний рекомендуется детская омега. Поэтому смотрите сами, в 10 лет можно, конечно, капсулы, но дадут ли они тот эффект, который вы хотите получить? Я с 2 лет даю, но опять-таки по закону написано, что с 3. Ребят, что мы сейчас имеем со средним моим ребенком? Сейчас у нас самая лучшая посещаемость детского сада. Мы не пропустили ни одного дня вот до сегодняшнего дня, да, вот сейчас мы неделю не ходим, из-за того, что ребенок, ну, просто эмоционально устал от всех вот этих вот рамок. Он мне сам об этом сказал, он говорит: мам, там вот это не разрешают делать, вот это не разрешают делать. Он уже с такой неохотой ходил в этот детский сад, и в итоге у него снизилась иммунная система, и он подцепил какой-то там вирус, у него заболело горло. Вот сейчас, вот в этот период, да, только. Я его поэтому держу сейчас дома. Ладно, после праздников поведу. И то сейчас с ним разговариваю, подготавливаю, что все-таки в детский садик ты походи, да, ребенок. Потому что мне нравится, когда они ходят в детский садик. Они там развиваются, они там общаются, у них там мероприятия. Что он будет дома здесь сидеть, мультики смотреть, с нами здесь сидеть? Ну и нам, да, согласна, сейчас бы сказал Воловик, психолог, который сейчас мы обучение проходим по эффективным родителям, вот, и он бы сказал: вам так удобно. Да, действительно, я с ним согласна, бывают и такие моменты, когда нам удобно, чтобы ребенок ходил, воспринимал там другую информацию, ходил к воспитателям, да, в детские сады, общался с другими детишками, а нам в это время эффективно развивать этот бизнес. Хотя я бы не сказала, что дети прям мне сильно мешают, если надо, они могут идти в другую комнату, играть, заниматься своими делами, они друзья, иногда, конечно, дерутся, но ничего страшного, это мальчики. Ну, как раз я им объясняю, как должны вести себя братья в таких определенных ситуациях. Ну, вот так вот, ребят, у нас мы больше не пропускаем, да, детский садик. За кому предлагали сделать прививку от гриппа, ребят? Кому предлагали из вас сделать прививку от гриппа вашим детям и себе? Я разговаривала с одной мамочкой, она говорит: ты почему не ставишь? Я говорю: а зачем я должна ставить? Она говорит: я поставила, потому что если поставить прививку от гриппа, то даже если и заболеешь, то пройдет все в легкой форме. Ребят, я могу сказать, что можно в легкой форме перенести, вот целый год мы перенесли, да, и все у нас прошло в легкой форме, ребят, без какой-либо прививки от гриппа, только омега-3 и мультивитамины. Что, Кать, неправда, что в легкой форме проходит или что? Напиши. Поэтому вот с осложнениями заболел. Не надо ставить. Ну вот, я и говорю, я, например, своему ребенку не стала ставить, да, и вообще своим детям и себе тоже
ставить вот там же прививка – это определенный вирус, который вводится в твой организм. Зачем вводить какие-то еще дополнительные вирусы себе туда, когда можно просто пить омегу-3, да, ту же самую, и пить витамины, ребят, и тоже все будет, процесс будет проходить намного легче. Имейте в виду, ладно? Лимфоузлы даже увеличились вообще, ну вот так вот. Поэтому, если мы даже простужались, вот сначала, возможно, когда вы будете пить омегу-3 и мультивитамины, возможно, вы не увидите какой-то положительный результат. Вы скажете, да, что-то он у меня все равно там подхватывает. У нас первый год, ребят, было тоже так же, когда мы только-только пили омегу. Ну, вроде бы, ну, так же болел там. Потому что ваш организм, ну, организм вообще ребенка должен насытиться вот этими жирными кислотами, да, омеги. Вот когда уже пройдет насыщение, вы увидите, что уже есть результат. И анализировать лучше вот так вот через определенное время. То есть год пропили постоянно, периодически, не пропуская, нужно пить омегу-3, а мультивитамины пропускать только тогда, когда вы болеете. То есть в период заболевания мультивитамины не пейте. Потому что и так у него микробы, а вы еще, когда мультивитамины ребенок пьет, он, его микробы, да, вирусы, они питаются витаминами и могут пойти обратный эффект, ребят. Ну, мне педиатр так объясняла, я у нее уточняла, спрашивала. Она говорит, да, начинайте мультивитамины пить после 2 недель, после выздоровления, да, то есть вы пропили курс там таблеток, лекарств, которые вам назначили, потом еще 2 недели, значит, не пейте ничего, чтобы организм там отдохнул и прочистился и так далее, все, а потом после 2 недель начинаете пить мультивитамины. А омегу-3 можно, ребят, постоянно пить, ладно, чтобы ребенок постоянно получал все необходимое, ну, плюс коктейль, да, это белок, строительный материал, углеводы, которые нужны для нашего организма. Но сейчас он хорошо дышит, его не беспокоят аденоиды, потому что поднялся иммунитет, у него нет теперь такого воспаления, он редко болеет, ну и, соответственно, аденоиды не увеличиваются в данных местах. Аллергия проявляется, вот сейчас вот только проявилась, до этого ни разу, ребят, за 2 года не проявилась аллергия у нас даже в виде мелких пятнышек, ну и тем более какого-то отека того страшного, который мы пережили, вот, но вот сейчас, когда вот у него иммунитет снизился, а уже 2 года как не было аллергии, у него было покраснение, и когда мы пошли к врачу, она нам сейчас назначила опять те же антибиотики, от которого у нас пошел отек квинки, потому что муж ходил к врачу вместе с ребенком, и он не напомнил, что у нас уже, ну, что у нас отек бывает. И она нам, значит, прописала без антибиотиков, говорит, здесь никак, нужно пить антибиотики, чистить носик, там горлышко от кашля, прописала, все сделала, от ушка тоже, ушко, потому что у него что-то стреляло. А я ничего это не стала делать. Я ему давала астаксантин, 1 капсулу в день. У него температуры так и так не было, я не видела смысла давать ему антибиотик, тем более такой, от которого у него аллергическая реакция, ну, пошел отек тогда, да, и у него тем более сейчас покраснение пошло по телу, значит, уже аллергическая реакция какая-то стала, хотела проявиться, но мы ее погасили, мы немного уменьшили потребляемость сахара ребенка, то есть шоколадки убрали и там сахар, чтобы он поменьше ложил в чай. А потом мы стали пить капельки и немного почистили организм гелем. И так у нас аллергия, она за 2 дня, ребят, сразу побелело тело, все нормально. Ну и просто сиропы не пьем, потому что сладкое нельзя, пьем раствор от кашля, и сухие там таблетки нам от кашля прописала врач,
Вот. Ну и таким образом, вот омега, астаксантин и плюс вот такие простые, да, средства, которые мы даем своим детям, позволили ему и аллергию убрать, и плюс убрать симптомы простуды. Горлышко стало, горлышко мы капали, горлышко стало нормальным, уже не кашляет, уже можно идти в детский садик. Вот за неделю, считай, ребенок пришел в себя без антибиотиков, ребят. Вот таким образом. Да? Что мы получаем от Wellness? Иммунитет, потому что есть витамины А, С, Д, цинк, селен, омега-3. Зрение, витамин А, рибофлавид. Сейчас, подождите. Золь, вебинар идет, вебинар. Давай заходите, где там? Давай. Зрение, витамин А, рибофлавин, цинк, омега-3. Вот как раз то, что необходимо детям, особенно если они учатся в школе. Кости, зубы, когда развивается ребенок, витамин D, К, кальций, магний. Энергия мышцы, которые нужны нашим детям постоянно, витамины группы В, кальций, магний, железо, хром. Все это есть в мультивитаминах и в омеге-3, ребят. Мозг и нервная система, омега-3, витамины группы В, йод, цинк. Так, сейчас прочитаю. Если заболевание верхних дыхательных путей, то от кашля вообще ничего не надо. Это Комаровский говорит, так как когда убирается причина, то и кашель проходит. Ага. Спасибо, Катя. Ребят, еще, знаете, что хотела рассказать? Оказывается, омега-3, да, она, насыщенная жирная кислота, участвует в синтезе важных элементов, участвующих в регулировании сна. Поэтому, ребят, если проблемы какие-то есть со сном у ваших детей, то омега-3 тоже необходимо для детей. Исследователи вообще из Оксфордского университета после проведения очередного исследования, посвященного пользе морепродуктов, сделали выводы, что морская рыба, богатая омега-3, ненасыщенной жирной кислотой, помогает при расстройствах сна у детей. Вот как раз омега-3 и помогает, ребят, улучшить сон ребенка. То есть, если вы заметили, что ребенок какой-то беспокоен во время сна, что-то разговаривает, говорит или вообще не засыпает, да, то уже расстройство в нервной системе омега-3 тоже решит эти проблемы. А омеге вообще и о мультивитаминах можно многое говорить. Но хочу сказать, что тренды сейчас в wellness-индустрии – это гармония внутреннего и внешнего вида, ребят, то есть соединение двух видов, да, чтобы и внутри было все хорошо, и внешне красиво выглядели. Ну и, конечно же, полезные углеводы. Хочу сказать, что я сама пью серию Wellness, у меня есть подписка, и результаты, конечно же, у меня тоже есть. Я ее пью, чтобы поддерживать свое здоровье, так как я знаю о пользе витаминов, мне об этом донесли врачи, гинекологи, женской консультации, потому что сначала была то беременная, то кормящая, то беременная, то кормящая, то опять беременная, то опять кормящая, и три раза, да? Конечно же, о пользе витаминов я знаю, и я сама употребляю как коктейль Natural Balance, так и витамины Wellness Pack, куда включается астаксантин, омега-3 и мультивитамины. И в этот раз соседка меня увидела и говорит: «Оля, у тебя, говорит, так волосы выросли?» Я говорю: «Что, серьезно?» Вот так вот мы вроде бы сами не замечаем, как действует wellness на наш организм, а потом нам окружающие об этом говорят. Поэтому имейте в виду, даже если вы не заметили, что у вас какие-то улучшения произошли, это еще не значит, что их вообще нет.
Поэтому обязательно себе запишите, ладно, что вы хотите достичь, и потом через какое-то время будете определять, ушло это или не ушло. Какого стресса? Рождение детей? Кать, или как сделать директора? Волосы выпадают. Так, ну давайте с вами рассмотрим все-таки коктейль. Для чего вообще его нужно пить? Вы спросите. А, беременность и кормление. Ну, там было, да. Я поэтому и стала коктейли пить. Это белок. Белок и все необходимое для организма. Почему коктейль? Можно для потери веса, ребят, коктейль. Сейчас я вам более подробно расскажу, да. Если следовать указаниям программы, твой идеальный вес, она в Wellness Life Plus есть книжечка, дневник, там как раз все написано, указания по этой программе, что нужно соблюдать. Если соблюдать низкокалорийную диету, сочетаемую с регулярными физическими упражнениями, то можно потерять вес, применяя тем более коктейль Wellness, который дополняет нужными микроэлементами наш организм. Уникальные формулы богаты протеинами, а готовая порция содержит минимальное количество жиров и сложных углеводов. Продукцию можно употреблять ежедневно в течение любого периода времени. Ребят, есть хорошие углеводы, оказывается, есть плохие углеводы. Ну, потом об этом еще тоже отметим. Продукты, богатые протеином и клетчаткой, обеспечивают долгое ощущение сытости без лишних калорий. 100% натуральные полезные ингредиенты не содержат ГМО, искусственных красителей и консервантов. Поэтому я могу даже детям давать. Медленные углеводы способствуют потере веса, не повышая уровень сахара и инсулина в крови. Это тоже очень важно, ребят. Особенно у тех, у кого с этим проблема уже в более старшем возрасте. Да? Сложные углеводы – это то, что нужно, чтобы сохранять энергию. Энергию на протяжении целого дня. По количеству калорий, поставляемых в организм, углеводы стоят на втором месте после жиров. Они обеспечивают почти 60% энергетических потребностей человека. Поэтому легче всего похудеть, ограничив потребление углеводов в рационе, но без углеводов нормальный обмен белков и жиров в организме просто невозможен. Важнейший источник энергии для мозга – это глюкоза. Это тоже углевод, ребят. Ограничивая потребление углеводов, человек становится вялым, забывчивым, повышается утомляемость организма. Вот почему я, например, своему спортсмену, ребенку, даю коктейль, да, потому что он приходит такой, все выжатый, как лимон, после спортивных своих занятий, и, конечно же, ему нужно восполнить сейчас всю эту энергию. Вот, коктейль сразу, он мне говорит, мам, сделай-ка мне коктейль. Я говорю, ну давай, делаю ему коктейль, он пьет и восполняет свои силы. Для того, чтобы углеводы приносили вам только пользу и не способствовали появлению лишнего веса, запомните, что они, как жиры, делятся на вредные и на полезные. Полезные углеводы перевариваются организмом долго. Расщепление их происходит в течение довольно длительного времени. И за это время печень успевает превратить сахар в энергию, которая необходима мышцам и мозгу. Поэтому диетологи хором советуют съедать на завтрак порцию сложных углеводов, тарелку каши, мюсли, зерновые хлебцы, овощи или фрукты. Это позволит вашему организму без сбоев работать практически до обеда. Ребят, кто кушает кашу на завтрак, скажите мне сейчас.
смотрела про питание детей в этот раз, и там спикер тоже сказала, что прежде чем приучить ребенка вот к правильному питанию и есть на завтрак кашу, Влад, молодец, Нафиса тоже, Катя, ты за кашу. Поэтому, чтобы приучить, да, детей, нужно самим, конечно же, изначально кушать кашу на завтрак. И это очень полезно. Молодцы, ребят, настоящие члены wellness-клуба. Поэтому, кто еще неправильно завтракает, обязательно позаботьтесь о том, чтобы у вас в вашем завтраке была обязательно каша, да, там на молоке или не на молоке, там уже сами смотрите, и плюс коктейль Natural Balance, потому что в коктейле тоже есть сложные углеводы. Про состав Wellness сейчас я вам покажу на слайдике. Вы сами увидите, что всего 65 килокалорий для тех, кто худеет, белков 7,5 грамм, углеводы 6 грамм и жиры всего 1,5 грамм. Да? Формула коктейля сбалансирована по содержанию белков для оптимального клеточного обновления и полноценного белкового питания. Как действует коктейль? Белок снижает усвояемость простых углеводов. Употребляя коктейль, видите на слайде, вы снижаете суммарный ГИ потребляемой пищи, что позволяет без скачков инсулина длительное время поддерживать достаточный уровень сахара в крови. Белок сжигает жир, и употребление белка каждые 3 часа, жизненно необходимые 3 часа, да, для тех, кто хочет сжечь жир и сохранить мышцы. Точно, Катя. Быстрые углеводы, выпечка, торты, пироги откладываются на попе и боках. Медленные углеводы, гречка, рис, бобовые, все на пользу. Правильно. Суточная норма потребления коктейля Wellness – это 1 мерная ложка на 10 килограмм тела. Ребят, и вот так вот разграничивайте, да, чтобы у вас каждые 3 часа поступали белки в организм. Это очень важно. Потому что у нас в организме нет, оказывается, запасов, я только недавно эту информацию узнала, нет запасов белков. То есть если жиры у нас там где-то откладываются, на там, черный день, да, организм откладывает это все на черный день, если мы тем более не двигаемся, спортом не занимаемся, то или, например, неправильно питаемся, у нас питание не по часам, да, то есть или худеем там, вообще не питаемся, у нас организм откладывает вот на период, когда мы начинаем голодать, вот, или перекусываем не тем, чем надо, но не вовремя это все делаем, поэтому у нас где-то там откладывается на черный день, и вот это жиры так, но белок, он нигде не откладывается. Вот если он поступает, он сразу идет у нас на работу нашего организма. Если белка нет, то мы страдаем там всякими, начинаем страдать всякими заболеваниями. Да, на 10 килограмм тела. Одна мерная ложечка на 10 килограмм тела. То есть, если ребенок весит 10 килограмм, одна мерная ложечка в сутки ему должна быть. Вот, если вы весите 50 килограмм, то значит вы в день, в сутки должны выпивать 5 мерных ложечек коктейля. Вот и распределяйте каждые 3 часа, чтобы у вас поступал коктейль. Да. Да, 5 ложек. Белок – это наши мышцы. Если его не потреблять, организм начинает подъедать мышцы, а жирок остается. Классное у нас сегодня с вами общение. Катя, спасибо большое.
Пушинка. Ну, я тоже 48. Создатель коктейля Сикстен. Кто его знает, поставьте, пожалуйста, плюсики. Кто не знает, минусы. Это нейрохирург, профессор, разработчик продуктов коктейля. Изначально коктейль Wellness был разработан для пациентов Сикстена, которые нуждались в идеально сбалансированной пище для того, чтобы быстрее восстанавливаться после операции. Он нейрохирург. Так он и его коллеги разработали коктейль Natural Balance. Здоровые люди, которые пробовали коктейль, отмечали потерю веса и отсутствие голода. Продукты Natural Balance – это сбалансированное питание и минимум калорий. Натуральные формулы продуктов обеспечивают долгосрочное снижение веса при условии, если ты соблюдаешь низкокалорийную диету и регулярно упражняешься физически. Десятки тысяч людей по всему миру сбросили лишний вес благодаря коктейлям Natural Balance. Продолжайте пить, ладно? Ну и обязательно я вам хочу показать следующий слайд о том, чтобы вы посмотрели, что разработано это все в Швеции, да, произведено в соответствии с концепцией HASP в Европе, рекомендованы на дом, не будем расшифровывать, только натуральные пищевые ингредиенты, медленно усвояемые углеводы и низкий комплекс ГИ, да, три источника протеинов. А вот если бы ели Wellness, быстрее бы восстанавливались. Вот как раз, чтобы не манкой кушали, а питались полезными, и был создан этот коктейль. HASP. Анализ рисков и критические контрольные точки. Это система контроля производства пищевой продукции, ее надлежащего хранения и дистрибуции, которая выявляет и контролирует возможные угрозы для здоровья потребителей. HASP выявляет физические, аллергические, химические и биологические угрозы в процессе производства, которые могут повлиять на безопасность будущего продукта, а также система предусматривает принятие мер по сокращению вышеописанных рисков до безопасного уровня. Так, рекомендованы национальной НАДН, да, где у нас написано, видите, Национальная ассоциация диетологов и нутрициологов. Только натуральные пищевые ингредиенты, клетчатка из яблок, плодов шиповника и сахарной свеклы, а также протеины горошка, молочные сыворотки и яиц в коктейлях. Так что, ребят, если сравнивать даже коктейли Wellness и другие коктейли, то очень много плюсов. В этот раз провела у нас Екатерина Щедова, провела вебинар очень хороший, она сама является врачом, 15-летним стажем, и она рассматривала, да, другие разные коктейли других фирм, где по составу все равно получилось, что больше плюсов у коктейля Natural Balance. Ну, три натуральных источника протеинов, вы сами видите, это яйца, горошек и молоко. Ничего такого нет, что нельзя детям давать. С какого возраста часто задают, да, вот как раз, опять-таки, по закону с 14 лет написано на упаковке. Но каждый решает сам, давать, не давать. Я занимаюсь на тренажерах, можно ли употреблять коктейль Natural Balance вместо обычных протеиновых и углеводных коктейлей, существующих на рынке в спортивного питания. Как вы думаете, какой ответ? Формула Natural Balance содержит 41% протеинов и 32% углеводов. Поэтому коктейль можно принимать как до,
так и после тренировки. Это поможет зарядиться энергией для физических нагрузок и обеспечить обычное восстановление мышц после них. Но нужно помнить, что из-за низкого гликемического индекса коктейль не вызывает характерного для спортивного протеинового питания анаболического эффекта, резкой выработки инсулина. Поэтому, если ты хочешь получить повышенную дозу протеинов и углеводов, используй сразу 2 мерные ложки смеси для коктейля, сделав коктейль на основе молока, а не воды. Можно также увеличить белковую и общую калорийную ценность коктейля. Так, диабетикам. Подходит ли диабетикам? Да, подходит, поскольку не содержит сахара, обладает подтвержденным исследованиями низким гликемическим индексом и способствует сохранению низкого уровня сахара в крови. Одна порция содержит всего 6 грамм углеводов, из которых 3,5 грамма представлены моносахаридами. Если у тебя диабет и тебе прописан инсулин или другие лекарства, возможно, тебе потребуется изменить дозировку принимаемых препаратов. В связи с ним ГИ и небольшим количеством углеводов в составе коктейля. Это особенно актуально, если ты худеешь. Проконсультируйся с врачом при необходимости изменения дозировки ваших препаратов. Так. У меня пищевая непереносимость, аллергия. Можно ли мне принимать коктейль Natural's Balance? Хороший вопрос. Людям с аллергией на какой-либо из ингредиентов, входящих в состав коктейля, молочный протеин, яйца, не рекомендуется принимать коктейль или предварительно проконсультироваться с врачом. Коктейль не содержит глютен. В его составе минимальное содержание лактозы, на которую, как показывает опыт, люди с аллергией на молоко реагируют нормально. Натуральный клубничный ароматизатор в составе одного из коктейлей Natural's Balance не вызывает аллергии. Понятно? Что все это пьет уже давно, только марку Wellness не знает. Ну вот, познакомь, Кать. Скажи, давай, переходи на Wellness. Можно ли употреблять батончики в период беременности и лактации? Вот это батончиках. Но тоже прочитаем. Так. А тут коктейли у меня написано. Можно ли принимать коктейли Natural's Balance во время беременности? Коктейль Natural's Balance безопасен как для матери, так и для плода, если он употребляется в качестве перекуса. Если ты хочешь скорректировать вес во время или после беременности, то обязательно проконсультируйся с врачом, прежде чем начать принимать коктейль. Ну, то есть, если худеть, то тут уже смотрите. Ладно? Консультироваться надо. А если просто как перекус дополнительно, то не запрещается. Тем более у коктейля есть премия здорового питания. Это вообще здорово. Я в этот раз показала одной девчонке, она говорит, меня это удивило, что компания Reflame получает вот такие вот премии, да? Я говорю, вот такой у нас продукт у нашего партнера. Это результаты команды, результаты девочек из команды продвижения. Ребят, я хочу, чтобы у нас с вами были такие же результаты, никак не меньше. То есть работа над собой, прекрасное состояние, как внутреннее, так и форма, да, физическая, но без физических упражнений, конечно же, никак не получится. Как-то все равно нужно, чтобы
весь жир, который отложился, превратился, по крайней мере, в мышцы. Ну и продолжайте потреблять коктейль, потому что за один прием это не факт, что у вас вес уже изменится, да, все равно вес будет сжигаться со временем. Ждем от вас фотографии, какие вы до, какие вы после. Договорились? Обязательно все сфотографируйте, если ваша цель как раз-таки сбросить вес. А я хочу сказать, вот Юля здесь у нас нет, дошла. Юля уже написала, что сама сделала подписку на свой, подписку на Life Plus, покупает «Твоя жизненная энергия». А также, говорит, мужа порекомендовала, да, она тут своим жаргоном, у нас Юля такая. Он еще перестал кушать после 18 и за 8 дней похудел на 6 килограмм, за 8 дней, ребят. А все равно, говорит, все кушает, кроме хлеба и соусов. Его вес был 96 килограмм, сейчас он стал, да, за 6, ну а я что сказала, 6 килограмм за 8 дней, стал уже 90 килограмм. Вот так вот, ребят, уже есть результаты в нашей команде, и надо, чтобы их было как можно больше. То есть, если вы нацелены себе, чтобы решить определенные проблемы в здоровье или подкорректировать свою фигуру, для себя ставьте такую цель, соблюдайте рацион питания и вперед. Ну и ответьте обязательно вот на такие вопросы. Я вам сейчас скину ссылочку на форму, вот эту форму, заполните, пожалуйста, ее обязательно, и посмотрим, да, как изменится. Сохраните себе, я потом еще в чат вкину продуктовый. Как изменится ваша история будет? Вообще, решили вы проблемы или нет? Вот, например, какая была ваша личная цель, которую вы хотели достичь с помощью wellness? Ну, не обязательно Life Plus, ну, пусть просто будет wellness, да? Вот, например, я хочу, чтобы у моего ребенка аденоиды, и все-все прописываю, какие проблемы я хочу решить со здоровьем, например, да? Ну и плюс с физическим там состоянием. Хочу, чтобы у меня волосы перестали падать, чтобы ногти у меня росли и так далее. И вот это вот все пропишите. Хорошо? Все-все-все. Как вы работали над тем, чтобы достичь цели? Это уже будете записывать в процессе вашей работы с wellness-продукцией. Да? Что вы пили, когда, как. Какие физические упражнения делали. Договорились? Вот это все будете у себя сначала писать, а потом в эту табличку заносить. Уже добились каких-либо результатов или пока еще на пути, это тоже отметьте. Ваш вес на этой неделе укажите. Ладно, на следующей неделе опять будете указывать. Вам удалось вдохновить кого-то на изменение жизни? Я могу сказать, что мне удалось, я постоянно рассказываю об этом продукте, потому что я сама вижу результат, и почему бы не поделиться, да, поделиться тем, что мы знаем. У меня у самой подписка Wellness Life Plus, твой идеальный вес, тут еще супчик отдельно идет, вот в такой коробочке приходит первый шаг, с шейкером внутри, там витамины, коктейль, ну, как раз то, что нужно. А твой идеальный вес еще отдельно идет суп. Вот, это первый шаг. Потом без коробочки приходит и без шейкера все остальные шаги. Потом можно отменить, если опять нужен шейкер, опять сделать подписку на первый шаг. Никто не худеет, мы просто любим супчики. Томатные я, например, добавляю в пасту, да, там, например, гуляш делаю. Очень вкусно получается. Суп, когда щи готовишь, там такой насыщенный вкус тоже бывает. Ну и поджарку можно туда добавить. Вот, очень вкусно. И, ну, там в суп такой даже варю, например, без коктейля. Ой, без супа, вернее, нашего. Варю обыкновенный суп, бульон и так далее.
И для себя, чтобы улучшить вкус, я добавляю наш суп томатный. Вот, там базилик, потому что томаты вообще вкусно получаются. Я люблю такой суп кушать. А мои там дети, они, например, едят ну, просто такой бульон. Вот, у Нафисы суп ест на работе, да? Хороший обед, да, скажи, очень полезен. Вот. Мы пьем витамины и коктейли не для того, чтобы похудеть, а для того, чтобы чувствовать вот эту вот энергию, чтобы наш организм получал то, что необходимо, да, то есть наша жизнь, чтобы была такая сбалансированная. Ну и новости, ребят. Объявлен велосипедный флешмоб в нашей команде продвижения. И в воскресенье, 7 мая, в 10 часов пройдет велосипедный флешмоб во всех городах. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы у вас был велосипед. Сейчас его можно снять, там, взять на прокат, да, на час. Отправьтесь со своей семьей покататься на велосипеде. Ждем от вас море фотографий с хэштегом про велодвижение. Хорошо? Можно просто фотографии накидать в чаты, кидайте, чтобы мы могли это все объединить, что в разных городах у нас сейчас проходит флешмоб. А можно просто свою фотографию сделать. Ребят, на этом у меня все. Сейчас, минуточку. Подожди, 5 секунд. 5 секунд я закончу и пойду. Хорошо? Я только пока скажу. На этом у меня все. Ребят, спасибо вам большое за то, что были на запуске Wellness-клуба. И теперь ждем ваших историй, уже новых историй потребления Wellness и как изменилась ваша жизнь с Wellness. Договорились? В субботу, по субботам, там смотря, или Wellness мы будем рассказывать, Wellness-клуб, или про Novage, по субботам в 11 часов. Будем с вами встречаться. Все, всем пока, всем, да, всем удачи и здоровья всем вам.